Я снова продолжаю производить замер температуры термоса Stanley, серия Master. И вот спустя 24 часа мы получаем вот такой вот результат температуры. Практически 70 градусов. Температура немножко продолжает расти. Дальнейший замер температуры я делать не буду, поскольку вот посмотрев свои прошлые записи, я пришел к выводу, что прогрев колбы дает незначительную прибавку в температуре. Правда, если, конечно, ваш термос стоял на морозе пустой, и вы в него заливаете кипяток, то есть смысл его немножко прогреть. Но если он у вас хранится дома при комнатной температуре, там приблизительно 20 градусах, то смысла в прогреве колбы большого нет. На этом я завершаю свои замеры температуры в термосе, проверку термоса на изотермические свойства, качество. Вот. Всем спасибо большое за просмотр.